Добрый день, с вами Юлия Бахтина, и сегодня третий день моего эксперимента, специальный массаж по уходу за кожей лица, и вот я перед вами, смотрите, какие изменения происходят, сейчас я подойду поближе, и в принципе мне лично очень нравятся изменения, которые происходят с моим лицом, и в принципе с телом тоже, потому что я делаю массаж не только лица, но и тела, вот, так что я сейчас сниму очки и подойду к вам. И вот я заметила, как у меня, ну реально, тут про лоб, вот видно лоб, видно, как здесь приподнимается. Вот это третий день работы. И посмотрим, что будет через неделю. То есть, в принципе, шансы есть. И я очень верю в мой эксперимент, что будет хороший результат. Всего хорошего, до завтра!